команды, участвующие в анализе ковчега, должны явиться в лекционный зал на презентацию генерала Мардера. Спасибо. Что это было? Похоже, что искажения на территории объекта создают временной разлом. Рекомендую сохранять осторожность, пока мы не узнаем больше. Временной разлом? Как такое возможно? Неизвестно. В документах РСП описаны подобные случаи на других планетах. Похоже, все они сопровождались мощнейшим выбросом энергии. Будьте осторожны, пилот. Всегда нейтрализовав силы ополчения, мы поможем защитить всю человеческую расу. Расширим ее зону влияния. Персонал обязан постоянно носить штуку в виде расчистки на видном месте. О любых подозрительных действиях сообщать ближайшим. Что это за место? АМС построили на фронтире несколько исследовательских центров, но данный объект ополчению неизвестен. Неужели? Конструкция массивных колец в главном кампусе чужеродна, и их предназначение неизвестно. Их создали не в АМС. Странно. Я фиксирую тут остатки моего собственного следа. Возможно, искажение влияет на работу сканера. Интересно, на всей территории объекта можно найти следы огромного выброса энергии. Однако данные с вашего шлема свидетельствуют, что в другой временной линии их нет. Эти останки не соответствуют генетическому профилю майора Андерсона. Возможно, он еще жив. Рекомендую заглянуть в главный вестибюль приемной. Я бы пошел с вами, но, к сожалению, мой корпус не пролезет в дверь. Везет тебе. Обнаружен сарказм? Выполняйте задание. Я засек слабый биослед на верхнем этаже лобби. Рекомендую выяснить источник. Но прикажите охране эвакуировать персонал первого уровня. Генерал Мардер и ключевые члены его команды направляются.
BT, я нашел Андерсона. Он в потолке. Задание выполнено. Мы встретились с майором Андерсоном. Очень смешно. Шутка не планировалась. Передайте мне шлем Андерсона для анализа. После смерти Андерсона командование спецоперации 217 перешло к вам. Поздравляю с повышением, пилот Купер. Дальше идет инструктаж Андерсона от командира РСП ополчения Сары Брикс. Майор Андерсон, 2 недели назад мы перехватили переговоры АМС. Они нашли что-то на Тифоне. Был зафиксирован мощнейший выброс энергии, а вслед за ним временное искажение. Приказываю силам РСП проникнуть на объект противника. Есть. Я займусь этим вопросом. Это устройство, которое мы нашли во время операции «Гризли», защитит вас. Нам известно, что АМС наняла Кубина близко и его наемников для охраны какого-то важного объекта. Поэтому будьте осторожны. И, Андерсон, вы знаете, как я ненавижу писать похоронки. Поэтому не ходите один. Помните, РСП команда. Пилот, часть данных, собранных майором Андерсоном, утеряна. Долг велит нам завершить выполнение специальной операции 217. Рекомендую отыскать устройство, которое Андерсон носил на запястье. На нем не было никаких устройств. Должно быть оно на другой половине тела. Я обнаружил брешь в здании службы безопасности, предоставляя доступ. Я останусь и продолжу сканировать кольцевую структуру, пока вы ищете информацию устройства в здании. Должен быть способ проще, Бити. Постараюсь найти. Обнаружен нарушитель. Активируем функционирование системы защиты.
активирую лазерные сети. Отправлю команду разобраться. Простите, Андерс. Имело место небольшое нарушение системы безопасности, и мы просим гражданство следователей немедленно проследовать. Пилот Купер, я передал часть функций моего ИИ на устройство, чтобы мы смогли общаться вне зависимости от временных сдвигов. Последний раз его видим, изучим котелу исследования Тигр природы. Активированы дополнительные лазерные сети. Окружаем цель его. Должна быть неподалеку. Доктора Колби Марвин в отдел робоинженерии. Всем бойцам в области. Берем его в юго-восточном лесовом поле. Начинаем.
Солнце! Воспроизведение. Журнал на 341 АМС действительно что-то нашла. Что-то способное искривлять пространство и время. Создали ее точно не они, но они ее ремонтируют. Их планы могут обернуться катастрофой. Конец записи. Журнал Андерсона 342. Источник энергии искажающего орудия называется «Ковчег». Похоже, корпус его оставляет желать лучшего. В этом пусто. Где же этот ковчег? Конец записи.
Активируйте внешние кольца. Thank you.
позиции пропитаны остаточной энергией. Теория. Сюда доставили ковчег, а затем здесь произошел мощный взрыв. Андерсон планировал провести разведку недалеко от центра активных колец. Что нужно сделать? Если нам удастся зафиксировать энергосвет ковчега, то флот ополчения сможет найти его в настоящем. Это был всего лишь тест. Следующая их цель — наша планета, Гармония. Они хотят нанести удар как можно скорее. Нужно сообщить об этом сами. Стой, где стоишь, пилот? Я нашел тебя! Последняя запись майора Андерсона. Купер, я ознакомился с вашими разведданными. Возможно, у меня есть план. Встретимся снаружи. Рекомендую встретиться у колец, где я смогу просканировать энергосвет ковчега. Обнаружил пульт управления мостом, ведущим к кольцам. Я пометил его местоположение. Режим пилотирования включен.
Похоже, что ваши действия в прошлом настроили оставшуюся автоматизированную охрану против нас и в настоящем. Выполнить задание. Я отметил местоположение пульта управления. Воспользуйтесь мостом, пока платформа испытаний заряжающего орудия не взорвалась. Thank you.
Отлично, пилот. Сканирование завершено. Андерсон узнал, что АМС планирует уничтожить гармонию, планету ополчения, с помощью действующей модели этого орудия. Пилот Купер, мы еще не закончили. Мы должны передать эти данные флоту. Пилот Купер, Андерсон мертв, но если нам удастся наладить связь с флотом, мы сможем завершить его задание. Впереди есть астрономический маяк, он может нам пригодиться. А если не успеем туда вовремя? 40 миллионов человек на гармонии погибнут. Нужно сообщить об этом командиру РСПС Ари Брикс. Пилот, я вижу впереди нас маяк. Сканер фиксирует минимальную мощность. Потребуется ремонт.